Добрый день! Сегодня с вами на канале я, Анатолий Лаптиев, технолог-консультант по кормлению птицы компании Protect Feed. И сегодня мы поговорим о разведении перепелов. В первую очередь вам необходимо определиться, каким именно перепелом вы хотите заниматься, или яичного направления, или мясного. И исходя уже из этого, определяться с выбором оборудования, комбикормов и всего прочего. Итак, в России в основном представлены два вида перепелов. Это японский яичного направления и фараон, который выращивают именно для получения вкусного мяса. Дальше следует обратить внимание на приобретаемое оборудование. Оно должно полностью соответствовать всем технологическим и зоотехническим нормам разведения перепелов. Оборудование в основном используется клеточное, потому что это целесообразно. На квадратном метре данного оборудования можно разместить до 120 голов перепелов, которые выращиваются на мясо, и если перепел выращивается на яйцо, то до 70 голов на одном квадратном метре. Комбикорма должны полностью соответствовать зоотехническим и биологическим нормам, потому что перепел – это очень скороспелая птица. И от момента закладки яйца до снесения первого яйца проходит всего лишь 2 месяца. При содержании перепелов необходимо обращать внимание на освещение птицы, потому что освещение не должно быть сильно темным и сильно ярким. Оптимально считается норма 20 люкс. Некоторые птицеводы, кто занимается выращиванием перепелов, используют спектр синий или зеленый. Считается, что этот спектр также благоприятно влияет на продуктивность птицы. Влажность в помещении должна быть не более 70%, потому что перепела не очень чувствительны как очень сильно сухому воздуху, так и увлажненному. Если эти нормы будут не соответствовать, то птица может полностью прекратить продуктивность. Наиболее важным показателем считается температура в помещении. Она должна быть от 17 до 20 градусов. Если температура будет ниже, это там, где люди выращивают перепелов в северных районах, то необходимо устраивать дополнительные обогреватели. В помещении также не должно быть сквозняков, то есть приток воздуха и отвод отработанного воздуха должен происходить таким образом, чтобы воздух не попадал на птицу. Компания Protect Feed выпускает полнорационные комбикорма, которые полностью отвечают нормам потребления перепелов. Это как стартовые, ростовые, также и корма для продуктивного стада, которые выращивают для получения яйца. Под этим видео будут ссылки, по которым вы можете пройти и приобрести всю необходимую продукцию, необходимую для выращивания ваших птиц. Любите ваших питомцев, и они отблагодарят вас хорошей продуктивностью. А мы со своей стороны поможем вам в этом. Итак, подписывайтесь на наш канал, переходите по ссылке и заказывайте наши комбикорма.